Уроки Винчун Куэн Пай на пяти столбах. Базовые перемещения. Урок номер 2. Повороты влево-вправо. Спина прямая, центр тяжести на задней ноге. Перемещение выполняем под 90 градусов. Делаем поворот влево, одновременно левую руку вывели вперед. Правая рука рядом с левым локтем. Ладони расположены четко по центральной линии туловища. Поворот вправо, правая рука спереди на уровне лица, левая у локтя правой руки. При поворотах ноги, корпус и руки работают как одно целое.